Привет, те, кто смотрел меня только что, я просто случайно отключилась. Привет всем. Привет, привет. Кто из вас меня смотрел только что? Последнее, что я видела, это Ким. У меня вырез небольшой. Давайте разговаривать. Да, правильно, сердечки. Давайте мне сердечки. Какой тверк. Привет. Мне 17. Давай 1К соберем. Только нормальным путем. У меня ее не видно, ты не можешь говорить, какая она. Спасибо большое. А меня что, не видно? Или что? Меня же видно. В рост сейчас. Вот, всем привет. Да, дед. Не покажу. Давайте вы не будете, только не мне вот сейчас писать это, ладно? Нет, я не маленькая. Я высокая. Спасибо большое. Пишите что-то. Да, есть. Задавайте мне вопросы, поговорим. Мне так нравится с вами разговаривать. Спасибо. Не покажу. До свидания. У меня дела хорошо. Ты не можешь говорить, какая она. Ее не видно. А, сори, я подумала, ты в плане низенькая. Спасибо. Да нет, немало. Меня зовут Карина Амелина. Если хотите, найдите меня в Инстаграме и напишу на листочке свой ник. Крымчи, не знаю. Крым крымчанинов. Спасибо. Задавайте вопросы. Будем разговаривать. Чего вы все молчите? Почему молодец? Я готовлюсь к ЗНО обычно. Давай поговорим. Мне 17. 17 лет. По поводу Крыма? Мой любимый фильм «Заложница». В Академии водного транспорта. В школе. Задавайте вопросы. Почему вы все молчите? Мы сидим как тут дебилы и молчим. Я... В 11-м. Бесперспективняк. Привет, 17 лет. Не покажу, до свидания. Смысл того, что люди сюда заходят и просят показать грудь. Они думают, кто-то покажет. Я вот не понимаю. Привет. Будто бы нет порносайта. Кто показывает? Я ни разу лично. Серьезно, показывают грудь или что?
Вы серьезно? Нет, не 17. Я в школе. А, сейчас? Что? Ты умный, я вижу зато. Вопрос, давайте. Вы серьезно? Показывают? Что, да? К Трампу, Дональду? Есть. Да, один сказал, это жопа. Во весь рост я недавно вставала. Показывала во весь рост в зеркале. Из-за того, что один человек попросил, я не буду вставать. Пока. А видно, когда я кого-то в черный список кидаю или нет? Шкурыгину. Вот. Привет всем. Привет из Крыма. Какой город в Крыму? Из какого города? Привет. Спасибо. Нет, я не буду крутиться. Я тут не на танцполе. Спасибо. Можете найти меня в Инстаграме, а через Инстаграм ВК, потому что в ВК очень много таких, как я. Да, мой живот. 17. Я занимаюсь... Да, айфон. Я занимаюсь художественной гимнастикой. Все, я могу выключаться сейчас. Привет из Донбасса. Привет из Киева, Донбасс. Сейчас, но в Инстаграме у меня такой же ник, как и тут, Мэри Ди. Точно такой же ник. Да, умею. Нет, не сама. Странный вопрос. Я из Киева. Я сижу. Приветик. Поступаю в Академию водного транспорта, потом планы, я не буду в Украине жить, потому что, ну, такое. Я не буду сейчас садиться на шпагат, я не растянута. Я хорошо. Да, Мэри Ди. С точкой, все так. Какие-то странные люди. Из Киева. Я не знаю, куда поеду. Может быть, в Канаду, но еще. Волгодонск это где? Я в прямом эфире не буду показывать фигуру. У меня есть фигура в Инстаграме. Мне 17 годиков. Да, знаю украинский, знаю русский, немножко английский. Кутакбас? Что такое Кутакбас? Нет, эфиопский не знаю. Задавайте вопросы мне, будем разговаривать. Удачи тебе. Да, сердечко. У меня на Авипресс. Привет.
Я ВК Карина Амелина. Если ты ведешь Карина Амелина, там будет много таких. Я не знаю, у меня просто волосы очень были плохие, я очень хочу их отрастить. На ногах колготки, обычно черные. Не то чтобы достали, просто я не понимаю смысл в этих вопросах. Поступить в академию на бюджет очень хочу. Амелин. Я из Киева. Слушайте, ребята, у меня садится телефон, у меня 18%. Давайте, не знаю, там, пишите, если хотите, и дела хорошо. Выйдем на связь скоро. Я заряжу телефон, что он разряжается. Да, ты звонил, я тебе верю. Мозг твой лишний, братан. Давайте без крошек, без малышек, без кисок. Это ужасно. Шаурма — это круто. К сексу рано. Напишите в директ или дайрект, как там правильно. Привет. Да, парень есть. Напиши в дайрект, я тебе скажу, как меня найти. Очень странно, что нет ссылки. Там должна быть ссылка, я не знаю, почему у меня нет. Я была уверена, что она есть. И оказывается, нету. Привет. Меня нормально видно, да? Ты такой вообще умный, я вижу тут. Привет, директ. Нет, нельзя отбить. Я не вставала, шлюха, идиот. Что, да? I'm 17 years old. Карина. Карина меня зовут. Не покажу, ну вы идиоты. Нет, волосы у меня очень плохие. 17. Мур-мур. Я уже вставала и показывала. У меня есть в Инстаграме. Не греби всех под одну гребенку. Я просто... Такие люди тут странные бывают. Какая разница, украинка или русская? Да, на 8 лет. Я из Киева. Я просто в зеркале показывала себя, как я сейчас выгляжу. Привет. Нет, я играю только в... Вот. Кто знает? Мне кажется, многие знают. Я сейчас дома. Дела хорошо. Я играю в World of Tanks. Я не люблю говорить это слово World. Ну, такое... Спасибо. Киев. Я из Киева. Ну, не сейчас. Хочешь, найди меня, я подписана. Размовляю украинскую. Я подписана АМ77799. Учусь. Да, вот это слово я говорю вот всегда. Просто некоторые вот-вот не понимают, что это. Поэтому я world, такое странное слово. Мне так сложно выговорить, особенно быстро. Нигде нету блядей, блядь, я вообще не матерюсь, просто я тут прочитала, и так получилось. Нет войны, просто... Какая разница, украинка или русская? Да, я люблю играть. Не очень, я не задротка, просто нравится играть. Я очень много читаю, у меня любимая книга, наверное... Блин, какая моя любимая книга. Спасибо. Я далека от политики.
Да, в Киеве все спокойно. Моя любимая книга. Вот сейчас покажу ее. Если интересно, конечно. Вот это. «Не бойся, Адам» называется. Вот играю. Давайте, подписывайтесь на меня, будем выходить на связь и общаться. Мне очень нравится с вами общаться, только с нормальными, адекватными людьми, а не с теми, которые заходят, чтобы посмотреть на сиськи сюда. Я не понимаю, у вас что? Я не успела прочитать. Я не хохлушка, но привет. Привет из Питера. Привет, Питер. Которые задают нормальные вопросы, а не... Я не знаю, какой ты. 17. 17 лет. Елена Карцева. Я не знаю, кто это. Хорошо, что красивая. Я из Киева. Приветик. Давайте... Я просто не крашусь. Поэтому выгляжу младше. Нет, в доту не играю. Дота мне не нравится. Да, родилась в Киеве. Так. Зайки, у меня 12%. Я подписана в Инстаграме точно так же, как и тут. Точно так же. Мэри Ди, тоже точка. Привет. У меня осталось очень мало процентов. Мне еще идти на маникюр. Сейчас я заскриню, потом... Я заскриню, потом тебя найду. Может, поиграем. Вот. О чем я говорила. Вот, а мне еще идти на маникюр. И очень мало процентов осталось. А у меня нет сейчас зарядки, к сожалению, с собой. Я ее оставила у мамы дома. 50 оттенков. Игра актеров нравится. Сам смысл нет. Мне кажется, это... Господи. Автор книги, у нее немножко с психикой какие-то проблемы. Спасибо. Почему? Все такие выводы. Да, я люблю читать. Я живу с парнем. У меня iPhone. Мне очень нравится русский язык. Он мне больше нравится, чем украинский. Я ничего против украинского не умею. Я отлично его знаю, что я родилась в Украине. К России отношусь хорошо. Мне 17. Да, с парнем. Тут не дело в возрасте. Вы сейчас подумаете, что отношения, ну, много тонкостей. Парню тоже 17. Я ни в одной квартире. Короче, очень долго объяснять вам. Просто неправильно поняли немного. Нет, я не парень. Синий кит — это вообще-то куда мир катится? Нет, я не анорексичка. Я каблуки не ношу, потому что я высокая, и я... А, просто туфли, сори, я не увидела. Они сейчас в коробке, потому что холодно, я в туфлях не хожу. Зачем мне мужчина, если он и так есть? Я вешу 55 или 56. Я не ковыряюсь носом. 17. Нет, для парня это хорошо. Если ты парень, то вес нормальный. Я люблю высоких парней. Я сама не низкая, у меня 1,75 м. Все, ребят, 10%. К русским хорошо. Что 18 сантиметров? Да, нормально. 183. Нормально у нас топит, и горячая вода нормально. Просто страна немного дебила. У нас газа мало, они, блин, так топят, будто бы у нас этого газа. Я из Киева. Ребят, давайте подпишитесь, если хотите, конечно. Будем выходить вместе, общаться. Вот, но у меня сейчас очень мало процентов, я бы с вами еще
Спасибо большое. Я бы с вами с удовольствием поговорила, но очень мало процентов. Нет, я нигде не была за границей еще. Что 18 сантиметров? Все, всем пока. Не знаю, нормально ли это. Я не шарю еще. Все, пока. Давайте. Спасибо, спасибо. Давайте мы позже поговорим. Да, пресс мой на фото. Спасибо. Все. Пока-пока. Подписывайтесь, будем выходить смотреть. Тёма.